представляешь? Есть такое озеро. Называется Игрушечное озеро. Сегодня суббота, и мы приехали в парк на озеро. Что, тебе нравится здесь? Да. Здесь плавает такой белый лебедь, только почему он один плавает, где его пара. Вот второй, только не полностью белый, а такая серая шея у него. Вот он подплыл ближе к берегу, и мы можем подойти ближе и заснять его, но только через эти вот ветки. И белая уточка среди разноцветных и серых, одна на все озеро. Ну, красивые деревья. Вот. Это дерево упало или что? Это февраль месяц. Такие вечно зеленые кусты и деревья растут в этом парке. Такие насыщенные зеленый цвет листьев. Просто не верится. Тимофей решил забраться на кручу. Давай. Вот так, молодец. Там же и спускайся потом. Дома супик есть, поехали. А? У меня дома суп есть. Покушаем. Хорошо, у нас день пошел. Я поднялся почти на самую вершину горы и спустился в самый низ. Поставил метку. Знак. Что ты там был, да? Да. Все, поехали домой. Да.